Всем привет! Да, извиняемся, тут уже заметили, что мы чуть-чуть пораньше решили начать. В следующий раз мы постараемся, в воскресенье в 7, наверное, будем начинать теперь. Ну, в общем, следите за календарем, там самое последнее обновление. Кстати, можно даже подписаться на изменения, если кто-то будет изменять события, то вы получите оповещение об этом на почту. Привет тем, кто уже сейчас здесь. Гриди Бой, Рикетир, я вижу. Может, кто-то еще, присоединяйтесь. Микрофон сменили, звук супер стал. Да, на нас... Наряжали. Нет, нас просили поменять микрофон. Мы микрофон оставили так же, но покопались в настройках ОБС и усилили его в 5 раз. Ну, вроде должно быть хорошо. А здесь должна быть шутка про некстген и усиление? Наверное, пускай будет. Ты ей скажешь, или? Просто все. Прекрасно. А что же вы молчали? Потому что нам только на Ютубе. Мы думали, что это на Ютубе глуховаты люди. Ну, замечательно, мне тут что-то не пропускалось, я уже думал, все плохо, но... Ладно, мы начинаем. Вот, Рикетир нам говорил, а мы, видимо, не слушали. Да. Еще приди на. Осталось выяснить, как игру слышно. Надеемся, хорошо. Так, я тут понял одну вещь, что надо таскать целые патроны для того, чтобы перезаряжаться. Не когда оружие этого захочется, а когда мне захочется. Просят погромче сделать игру, давайте сделаем. Ну хотя давайте мы сделаем после первой битвы, потому что, возможно, вы пожалеете о своем желании. Так, сейчас мне нужно в другую сторону, но я хочу сходить сюда сначала. Почему? Здесь выпадает оружие, которое мне очень сильно поможет в дальнейшем. Из них выпадает? Нет. Чуть подальше, а они мне просто под руку попались. Ну, кто кому еще попался, судя да. по... Сейчас хитрая махинация Дэна, которым да. он безуспешно пытался меня научить. Привет, Лео. Привет. Вот очень опасно сейчас было. Да. Что второй не думает прицеливаться? Да, он там где-то пропал. Привет, Фулбро. Я сейчас за него спрячусь и... Эхо. Так, с одним разобрались. Говорят эхо, ну давайте мы подальше встанем от микрофона. Индийские фильмы, кстати, в начале трансляции скидывали, может кто-то застал. Ссылка на YouTube, да? Да. Эхо не у нас, а у кого эхо? Может, филлер случайно открыл 2 окна? Потому что мы сейчас, кстати, еще уменьшили разрешение, может быть... Ну, не филлер говорил 2 окна. Да? О, эхо, да. А, Лео. Ну, открыл 2 окна филлер, да. Может, открыл 2 окна филлер, а Лео живет по соседству с ним. И слышит из своего окна, из филлера. Какая-то мутная история да. у ребят. А, ребята через скайп смотрят. А-а-а. Как старые добрые времена. Мы так фильмы раньше смотрели. Все доволен? Нет, сейчас самое сложное. Кстати, я читал прохождение более сложного режима, и там говорят... Выключите музыку. Почему? Почему выключить музыку? Да. Потому что в некоторых битвах, вот как раз сейчас, музыка будет мешать.
Нет, мы когда жили далеко, мы смотрели фильмы, запускали одновременно и обсуждали через скайп. Но тут ребята предложили более крутую схему. Ну ты раз выключила музыку, вот музыка играет. Ну я потише сделал. А. Играли ли мы в Shovel Knight? Если я правильно прочитала название, нет, я даже первый раз слышу. Ты слышал раньше? Mm-mm. Судя по дальнейшему комментарию, не зря мы не играли. Ой. Он знал, когда ты будешь перезаряжаться. Mm-hmm. Давай погромче сделаю колонки. Ну давай чуть-чуть. Там был звук батарейки. Тот самый. Молодец. Теперь можно потише. Кстати, у тебя битрейт 1000, это довольно мало, так что пишите, как у вас всех там стрим идет. Откуда Филлер знает, какой ты? А, битрейт? Я ему скидывал. А, поделился информацией? Да. Как-то громче делает его на стриме. Если мы громкость делаем, то нет. Не меняет. Вот сейчас, кстати, я посмотрел, получил я то, что хотел. Есть, да. Вот эта вот штука, ее можно купить. Это... Shovel Knight — это платформер в стиле 8-бит про рыцаря с лопатой 2014 года. Стрим нормально идет. Ну, я вспомнила, хорошо. Кажется, там еще такой логотип синим написан. Что-то было такое в Стиме на распродажах, по-моему. Дом вспоминаю, честно говоря. Так это и есть то оружие? Да. А оно присоединяется к моему М4А1. Я пропустила, где ты его взял. Оно выпадает с этого призрака. А-а-а. Я не знала, что тут с врагов выпадает оружие. Да. Прям. Ну и причем оно 100% выпадает здесь. Оно на предыдущем режиме сложности, на обычном не выпадало. А, ну здесь этого врага не было. Ну а из таких чуваков выпадало оружие вообще части? Не помню, вполне могу. А куда на ней одежда пропала? Не знаю, разорвалась и... Исчезла. Да. Даже в Гарри Поттере, когда оборотни превращались в людей, на них оставалась одежда, точнее наоборот. Как много здесь из Гарри Поттера. Да. А вот и Добби. Да. Кто-нибудь посмотрел ролик, который мы кидали перед стримом? Зачем ты сюда зашел? Просто показать женщине, что с ней тоже не все в порядке. Это баг-эмулятор или в игре так и было? Как именно? Про одежду, может быть. Если про одежду, то так и было. Рекетир пропустил. Еще, кстати, у нас такой вопрос. Ссылку. А, ну, мы в конце стрима дадим ссылку. Что у вас есть повод остаться до конца? Да. Привет, Астер. Привет. А, вопрос. Кто-нибудь воспользовался бесплатными выходными и поиграл в Носгод? Если да, то точнее... Как вам? Да, если да, то как вам? А если нет, то как вам? То почему? То правда ли, что у нее какие-то там проблемы с... Я слышал, говорили, что можно ее скачать, но вместо играть есть кнопка купить. Хитро, да? Да. То есть бесплатные выходные не сработали. Еще что мы точно знаем, что поломался механизм поиска товарищей. Mm-hmm. Его обещают починить. О, кстати, мне эта штука сейчас очень помогла. Да. Она рандомно срабатывает? Нет. А как? Ну, я нажимаю вторым курком. О, круто. Да. А у меня такого не было, да? Я не помню, что у меня такой шокер был. С той стороны, как мы раньше заходили, закрыто, поэтому... Mm-hmm. Ну, Дугласа болит нога, он предлагает нам самим найти способ попасть внутрь.
Бедняга. Да, у меня нет еще магнита. Ну почему у тебя нет магнита? Я забыл за ним зайти. Затупил. Ну тут недалеко, благо. Кстати, Назгот я, ну, как-то к нему относился не очень хорошо. Но сейчас проникся. Мне понравилось. Что его выгодно отличает от Мэджики, то что там не нужно, не знаю, там провести 100 часов в игре, чтобы что-то, какие-то способности заработать. Да. Ты всегда можешь их купить. Да. Но в Мэджике, чтобы не проводить 100 часов в игре, тебе придется именно их покупать. А в Назготе ты можешь. За кровные деньги. А в Назготе ты можешь накопить, правда. Сейчас вроде как двойной XP, и может там с деньгами что-то. Прочитай вопросы. А, за последние 2 дня были обновления на сайте, и что за рейтинг достижений у нас на сайте? Честно говоря. Насколько я знаю, обновлений не было, ну разве что. Ну мне вообще сейчас на сайт БЖ не заходит. Да? Да. Вообще-вообще. Разве что у WordPress были какие-то критические обновления, которые всем рекомендовалось поставить. Скорее всего, не обновились. Блин, но у меня не заходит на БЖ. А вот сейчас зашла, наконец. Очень ужасная система выбора целей. Иногда. Да, вроде достижения старые. Но по достижению был второй вопрос. Что за рейтинг? А, что за рейтинг? Ну, просто всякие прикольные ачивки за активность на сайте. Какие-то странные калибри, они... С телами детей. Да? Никогда не замечала. Но там есть дети обычные, которые ползают и взрываются, а есть вот такие вот с крыльями. Вот, кстати, Кока-Кола. Нам она нужна? Ну, она восстанавливает здоровье и ману. Почему бы и нет? Ого. Она одна в игре? Нет. Ее можно покупать, по-моему. Ну и находить. Иногда выпадает. Ой, я чуть не забыл. А потом мы будем колу носить или нет? Нет. Нет. Лед. Лед. Но из холодильника из Кока-Колы. Нет. Из холодильника, который на улице стоит. Ой, кстати, здесь карта, я чуть не забыл. А магнит-то где? Костюм работника. Магнит я уже взял. Пропустила. Интересно, как она эту карту перерисовывала, что ли? Наверняка сфотографировала, сканировала. Ты думаешь, тогда уже были такие технологии? Ничто не мешало фантазировать о них. Здесь должна быть шутка про влажные фантазии. Которые ты так хотела применить? Да. Знаешь, я как бы застолбливаю место про шутки, но сама их не использую. Ни себе, ни людям, называется. Мне вот интересно, докуда мы сегодня дойдем. Я надеюсь, что до убежища. Такая простенькая головоломка. Ну, почему-то в детстве она тяжело мне давалась, он постоянно срывался. Как ну, так? Там надо знать, как вести его. И как же надо вести? В чем тонкость? Осторожно, по определенной траектории. Если там чуть-чуть дальше отойдешь, то... А, ну чтобы цепочка не порвалась. Угу. Ты решил не тратить время на сражение. Да, ну, я не люблю вот этих вот вещей. Пёся. Фубро опять намекает нам на то, что ему не нравится игра. Ну, вот зря, игра очень крутая. Я думаю, те, кто ее проходил, согласятся со мной. Кроме тебя, наверное, да? Кроме меня.
Те, кто ее проходил, проходили ее в детстве, скорее всего, поэтому у них теплые воспоминания. Ну, не знаю. Есть же какие-то игры, которые ты проходил и тебе не нравятся. В детстве? Да. Ну уж откровенно трешак какой-нибудь. В основном. Например, ты можешь что-нибудь вспомнить? Я вот сейчас задумался. Да, я могу. Я могу посмотреть блокнот. Это вся моя память, понимаешь? Когда ты записываешь. Скорее всего, я плохие старые игры не записывала. Дуглас говорит нам, что наши друзья из ФБР, точнее, пересдоговорились с ним, и мы будем обменивать БП, которые не деньги вовсе, на оружие, а он потом расплатится. Здорово. Они как все-таки обыграли, они могли бы просто без всяких объяснений дать расплачиваться какими-то неведомыми очками. Ну чему не ввести в игру деньги? Но сложно объяснить, как бы они получались из монстров. С другой стороны, как они получаются из этих. Знаешь, я пока очки еще не долистала ни до одной игры, которая мне бы не нравилась в детстве. Как в Динокризис, очки смерти, да, в Динокризисе втором. Помнишь, там терминалы были? Терминалы помню, да. Которые как-то выдавали оружие. А кто-то смотрел за нами и считал, как мы убиваем? С повреждениями или без? Незримый наблюдатель. Я не знаю, брать ли сейчас гранатомет. Наверное, возьму. Полностью заполнен патронами. Тут вот Фулбро пишет, что он все понимает, тут больше ностальгия, чем геймплей. Все-таки зря. Тут очень геймдизайнерски круто все сделано. Нет, ты качаешь головы? Я так и не нашла ни одной старой игры, которая мне бы не нравилась в детстве, серьезно. А у меня тут больше сотенки, наверное. Давай, начни говорить, что раньше умели делать игры. Ну, раньше не умели делать игры, просто не то, что не в смысле не умели делать, а просто отношение другое. Уже говорю, ностальгия. Если бы ты ее раньше не играл, то бы сейчас сидел и плевался, наверное. Ну вот я в первую часть играл, говорю, в детстве. Ты первую сидишь и плюешься. Да, но я в детстве в нее играл. Ну, в раньше, каком? Чем во вторую. Ну ты, если бы ты собрал силы, прошел ее. Но она неудобная. Ты бы ее любил. Она очень неудобная. О чем у них там терки пока что? А я пришла спросить насчет убежища, насчет которого я сказал. Дуглас сказал, что тут есть какое-то убежище, его несколько лет назад купила какая-то компания. Ну, а я услышала... То самое убежище, куда мы хотим сегодня добраться. А я услышала крик со стороны заброшенного дома. Дуглас говорит, что типа он бы дал бы нам ключи, но хозяин никому не доверяет и ключей ему не оставил. Поэтому единственный путь через колодец. А-а-а. Попасть в магазин, вот. А там уже выйти к тем домам. Мне кажется, она на него набросится сейчас. Нет, она... Успокоил, что она сама справится. А, ну у него же ножка болит. Да. Как тебе пёси? Ну, он какой-то очень худой, наверное, нечего здесь есть. Да. Только монстров может покушивать. Вообще, мужик довольно спокойно относится к тому, что вокруг происходит. Кстати, здесь еще есть один уровень задротства, это убить всех врагов. Ну, они же обновляются постоянно, и надо перед важными событиями проходить, защищать все, и тогда ты можешь собрать 100%. Хорошо, не... хорошо, что ты да. Не такой. Так, ну сейчас мы направляемся в тот дом, там нас ждет босс, кстати говоря. Ну там до него же еще через колодец. Ну да, в колодце тоже не очень все весело. Особенно, наверное, на этом режиме сложности.
Но я вот когда играл перед стримом, я до тут дошел, там меня и убили. А-а-а. Я не то сделал. Ты хотел по кругу сделать? Да. Специально для таких случаев. Да. Купил эту штуку. Круто. Фубро предлагает, прочитай, что он предлагает. Ребята, может, прокачаете девелоперский скилл и запилите какую-нибудь игрушку сами на гейммейкере или мультимедиа фьюжн. На нем, кстати, группу AVGN запилили. Ну, давайте зомбиков, говорит Лео. Помимо скиллов, к сожалению, нужно очень много времени. Вот его, с ним у нас дефицит. Да. Правильно я говорю? К сожалению. Ну, разве у тебя нет таких мечт сделать игру? Или уже не ну, я даже перестал мечтать, потому что, ну, реально времени надо много. И чтобы прокачать какой-то скилл, надо сосредоточиться именно на нем. Сосредоточиться на многих скиллах не получится. А веревка нам нужна? Да. Там какой-то странный звук издается. Есть статья, вы можете поискать, если вам интересно, про то, сколько нужно часов потратить на то, чтобы прокачать какой-то скилл. Ну, вроде как ученые посчитали, что это в районе 9000 часов. Игры разрабатывать? Ну, все что угодно, вообще любой скилл. А. Они проверяли на музыкантах. Да, ну, и как бы к ним приходили музыканты поступать. И у них... А ее током не бьет? Нет. У нее же электрошокер светится прямо в воду. Да. Лео, веревка есть, а мыла нету. Ой. Черт. Че? Всех не убила. Да зажахнул. Да. Сейчас Мне кажется, это все индивидуально очень. Разве ну, там они именно смотрели. Приходили. Талантливые и не очень талантливые люди, они с ними говорили, узнавали, кто сколько тратил времени. И посчитали, что те, кто тратил больше времени, действительно больше успевали. Что можно тупо количеством времени... Больше добивались, ты хотел сказать. Да. Ну, наверное. Уже поздно, я, кажется, себя шарахнул. Что будет? Я не знаю. Это выключатель света какой-то, я не помню. Да что ж ты, ни у кого времени нет, спрашивает Фулбро. Между прочим, да Винчи спал 45 минут в сутки 4 раза по 15. Ну... Что значит 4 раза по 15? А, 4 раза по 15 минут? Да. Ну... Все эти теории, мне кажется, про сон, они очень... По-моему, эта штука называется полифазный сон. Ой-ё. А что, он с одного удара убивает? Ну, очень быстро он убивает. Что-то ты не там загрузился, ты же сохранялся у мужика. А, точно. Ты вообще... Не пугай меня так. Сделай чекпоинт тогда быстрый. Вот мы выяснили, там, что 4 раза по 15 до часа. Да, там, по-моему, по 25 минут он спал. Ну, вообще, суть этого сна спать в определенный промежуток времени. Вот, сон длится, состоит из нескольких фаз, и нужно попадать в эту фазу, и за нее ты типа... А как ты попадаешь в эту фазу? Фазы-то не идут во время реального... Нужно тренироваться. Ну, во-первых, посмотрел бы я, как на тебя на работе скажут, если ты... Потому что там не просто 25 минут ты поспал, через 5 минут еще 25 минут. Там надо я именно... понимаю, что это надо разбить их в течение да, всего дня. Да, в течение дня. И, соответственно, на работе ты не скажешь, что ладно, ребята, я пойду посплю. У меня полифазный сон. Да. Тогда Винчи спал. И мне велел. Особенно фраза «тогда Винчи спал» их, наверное, добьет окончательно. Хотя на некоторых работах, наверное, и можно. Собачку не убей. Да, она терпима к таким штукам. Она не такое видела. Наверное.
Ну, тут не так уж далеко. Но вообще, босс очень жестокий. Точнее, это даже не босс, а саб-босс. Потом он станет полноценным врагом. Что ты делаешь? Обыскиваю. Здесь что-то должно быть. Ну, давай. Сейчас можно будет сохраниться. Вам можно. Я заметил, вы довольно часто дома работаете, пишет Кредибой. Да нет. Не очень часто, Кейт, один раз в неделю. И то с трудом это было. Вообще, я считаю, что многие работы можно спокойно переносить на домашние. Ну, потому что мне, допустим, по сути, в принципе, не нужно в офисе появляться, потому что я все равно через удаленный комп работаю. Вот, но так... Такой устав компании, что надо сидеть в офисе. Если начальник сидит в офисе, то и ты будешь сидеть. В Японии, насколько я знаю, доплачивают работникам, которые из дома работают. Потому что, ну, ты типа тратишь свой интернет, за тебя не платят за аренду офиса. То есть компания в целом экономит на том, что ты работаешь из дома. И мало того, ты еще экономишь. Ты не ездишь на метро, ни на транспорт не тратишься. Фулбро говорит, что помнит, когда писал диплом, то был еще круче да Винчи, спал один час за двое суток. У меня было просто так, что я двое суток не спала, ну, из-за перелетов. Обычно мне такое бывает. Вот, но чтобы спать всего один час, тяжело. Я даже не знаю, смогу ли я так победить его. Старайся. Кстати, в комментариях на Ютубе никто не написал, что вы, ребята, неправильно делаете, что из-за этих квиксейвов и квиклоуды. Так что я буду продолжать так делать. Читер. Как его красиво показали. Угу. Фулброс спрашивает... Кем мы работаем? Банальный и вечный вопрос, говорит он. Мы даже на прошлом стриме на него отвечали. Да, я работаю программистом. Кейт работает кем? Ты не придумал, как это называется? За все это время. Зачем мне придумывать? Я просто работаю над сайтом. Ты похожа на программиста, да? Нет, не программист, это просто. Просто сайт. И соцсети. И всякая такая лабуда. Ну, он прям ну, вообще... Но просто то, что мне написано в трудовой, совсем не соотносится с тем, что, чем я занимаюсь на самом деле. Что-то он очень жесткий. Он был очень жесткий. Но он не дает права на ошибку, я не знаю, как к нему уворачиваться. Без права я на ошибку. Это где такое было? Без права на ошибки. Такая формулировка знакомая. Первый день на работе. Первый день на работе без права на ошибку? Почему? Ну что, тебя не выгнали сразу. Нет? Эх, я же жалею, что на меня сразу не выгнали. Мне кажется, я не в ту сторону это сделал. А что ты сделал? Я пытаюсь его отравить, чтобы он не очень... Эти крауд. Привет, Тайсон. А, я вспомню рекомендацию, я попробую сейчас ее. Что за рекомендация? Шокером его просто вообще не отпускать. Mm-hmm. Ну давай. Но он же далеко. Дотянется для него шокер. Давай, жарь его. Фразу не отпускает шокером. Но он как-то все равно меня бьет. Ой, у меня не хватает.
Место? Да, наверное, что-то придется использовать. Я не знаю, что я использовал. Да. Еще говорите про скиллы, пишет Фулбро. Что тебе надо качать, Эдан, если ты программист? Надо качать очень много всего. Программисты, я уж в какой-то мере даже жалею, потому что... Сохранился? Нет. Как эта цитата из Алисы, которая мне нравится, скажи? Тебе нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. Как дальше? И тебе нужно бежать вдвое быстрее. Чтобы двигаться дальше. Да. Она подходит по-твоему к программированию? Да, потому что очень быстро все меняется, очень быстро новые всякие штуки выходят. А ты еще старые не изучил. Где-то здесь начинается... Загадка, описание, по-моему. Да, да, да. Там крыска. Она какая-то слепая. Да. А мы недавно видели крысок на помойке. Это были мыши. Возле дома. Очень мило. Возле не нашего дома. Ну, возле не нашего, но по дороге. Одна из них перебегала дорогу. Что там? Ну, она про карты рассуждает, что Пирс играл в карты. Возможно, Кайл тоже играет в карты, но он не хочет этого знать. Вот здесь вот, да. У меня инвентарь is full. Как такое может быть? Плохо продумал. Да, надо выкладывать все в ящики. Что это было? Это вспышка. Flash in the night? Типа того. Я даже не знаю, что мне сделать, что мне выкинуть. Выкину патроны. Ого! А где же написано-то было? Может, на какой-нибудь бочке или в темноте написано? По-моему, там что-то от света еще. А, или вот. Или вот это вот. Она говорит, что ничего не важно, ничего важного. Странно. Не люблю ли я мышек? А, люблю ли я мышек? Не боюсь ли? Ну, сказать, что люблю. Я нормально к ним отношусь. Но крыс. То есть мы возьмем, да? Но крыс на улице я не очень люблю. Это не очень хорошо, на мой взгляд. Но так и с живности я больше котиков люблю. Декоративные, милые, да. Хомячки тоже милые. Но они какие-то... Ох, черт, ну вообще. Ну что, что? Все плохо. Я не знаю, что делать. Че? Че выкидывать? Я выкину патроны. Еще одни. Крыс декоративных. А есть крысы декоративные? Наверное, есть. Прям крысы-крысы такие. Вот у Гриди Бой морская свинка. О-о-о. Я всегда хотела морскую свинку. А ее можно научить трюкам? Карточным фокусом? Как вариант. Чтобы она с тобой играла? Вот мы в этом магазине, в котором... В магазине? Да. А что в магазине? Дети. Что еще может быть в магазине? Ну, они очень похожи на детей, которые... На ребенка, который был в финале первой части. Возможно, они очень быстро ползают. Снова реклама Кока-Колы? Угу. Сколько же им заплатили за нее?
Так. Как ты думаешь, им платили? Да? Не, вряд ли. Просто они сами решили. Может, кто-то из разработчиков любит очень Кока-Колу. Там телефон можно было сохраниться. Да. Но ты... Хочешь сначала... У нас тут очень круто все. Ой, я тонфу был уже, не знаю, зачем она мне. Да уж. Наверное, пистолет. Ты им все равно не пользуешься, да? Да. Но вообще говорят, что он очень крутой. Даже не знаю, ну пусть рекавери тоже. И светлячок. Патроны пока брать даже не знаю, не буду, наверное. Он говорит про тот жучок, который мы нашли у первого монстра Добби. Что он состоит из нескольких компонентов. Некоторые можно найти в любом магазине, а некоторые они даже не знают, из чего сделаны. Но они органические. Бывает. Ну, по его версии не бывает. Удивлен. Не бывает. Как ваше отношение к Скорпиону? Как ты относишься к Скорпиону? К людям, рожденным под знаком Скорпион, я отношусь нормально. А как я вышла, да? Я хотел купить тарантулу, это, ну, все из такой живности, что мне приходило на ум. Это было в детстве, ты? Ну, как в детстве. Что же тебя ограничило, остановило? Может быть, здравый смысл? А к змеям. По-моему, тут какой-то кастинг в «Остаться в живых» проводится. Почему? Ну, там же им постоянно с ними контактировать надо, есть их, там все такое. Да? Что-то я такого не помню. Ну, ты чё? Чтобы не змеи... Нет, ну не змеи, но там всяких. Да, они червячков поели. Да, я вот его и хотел. О. Он, кстати, та женщина кричит, которую мы слышали. Я не слышала, но... Такой медлительный. Да, но он все-таки... Ну, на этот раз ты был медлительным. А к змеям, как к знаку восточного гороскопа, я отношусь более чем положительно. Хорошо, что тот ему на подмогу не пришел. Именно к ядовитым, уточнил Лео. Ну, плохо. Конечно, плохо. Ой, он гранатометчик, оказывается, был. Печально. Странно, у него ракета полетела. Первая, да? Да. Ты сейчас вообще в него не попадаешь. Знал бы я, что он гранатометчик. Да. Знал бы, прикуп жил бы. Нет. Все плохо. Да.
Какие крики у женщины. Да. Когда мы вам сыграем 4 руки на клавишах? Когда? Никогда. Я не играю. Мне медведь на ухо наступил. Ну ты же можешь... Что я могу? Выучить и сыграть. Что-нибудь. Давай что-нибудь выучим и сыграем. Ну, выучи и сыграй. Не, слух очень при чем. Ну, отсюда голос, ничего не слышно, не видно. Мне говорили, что главное ритмический слух, а остальное тренируется. Вот у меня нет ритмического слуха. Есть у тебя ритмический слух. Ну, он сам не знает, что говорит. Но ты узнаешь довольно быстро все композиции, так что... Ну, это случайность. А именно что? Нет, говорят, что нет. Если ритмического слуха нет, то... По крайней мере, мне так говорили. Что если ритмического слуха нет, то все это безнадёжно. А если нет обычного слуха музыкального... На что ты намекаешь, Шекетер? На что он намекает? Не знаю. Какие-то влажные фантазии. Но я не могу не использовать эту замечательную шутку. Зачем ты сюда пришел? Наверняка опять какой-нибудь. Вот это подстава. Вон, смотри, полздоровья снял. Видишь, Шекетер говорит, что мы его поняли. А Фулбро говорит, что давайте вы нам сыграете тему Супер Марио к следующему стриму. Там все просто. Ну, смотря как играть. Это было близко. So close. А вот, вот это еще раз ближе. Действительно. К второму хочешь прибежать? Ну, там что-то весь столб уже. Mm-hmm. Тить, говорит Лео. Он не ракетчик, нет. Это было очень близко. Он говорит, использовать тить. Почему ты не используешь? Я все жду, что... Что ты там ждешь? Что добью уже сейчас его? Нет. Что это там? Молчание? Угу. Много добивать их надо. Ого. Ну вот откуда эти-то с мечами взялись? Они из шелтера. Там причем есть такая заставка, где их активируют. То есть до этого момента они не должны быть. Да. Видимо, какая-то запасная партия была. Нужно же как-то оправдать уровень сложности. Когда будет следующий стрим? В среду. 8, наверное, да? Да, наверное. Смотри, я тебя спрашивал, а потом будешь говорить, что я сам решил. Зачем мы возвращаемся? У нас нету... Ну, мы нашли шкаф, чтобы попасть в эту комнату, но у нас нет отвертки. Нужно к нему вернуться за отверткой? Да. Неужели он сразу не мог нам дать отвертку? Он не знал, что там, у него не было доступа к этим помещениям. Отдохните чутка, то вы по будням без лица являетесь. Неужели это настолько заметно? Я думаю, у меня да, у тебя нет. Можем распечатать какие-нибудь улыбающиеся лица, и... как в фильме «Быть Джоном Малковичем». Не знаю, не смотрела. Лео говорит, что он сам после работы без лица. Самое главное, что в среду мы работаем из дома, поэтому мы и стримим в среду. Потому что если бы мы стримили
в день, когда мы возвращаемся с работы. Угу. Ну вот State of Decay мы так и стримили. Кстати. Да, заметно там было. Вот Лео говорит, ага. Ну, при том, причем мы все, всего час стримили. Да, больше бы нас не хватило. Но он все-таки знает про эти болты. Откуда? Не знаю. Все-таки он ходит в этот дом. Может, он спускался в колодец, повредил ногу. Дошел до болтов. А филлер отходил, оказывается. Mm-hmm. Ай-яй-яй. Лео пишет, что нас от силы на 15 минут хватило, остальные 45 минут мы через силу уже. Да. Да? Нет. Ну, потому что усталость, она прямо ощущается. Что пропустил филлер? Пока ничего, сейчас к самому интересному пришел. А ему в чате говорят, что да, пропустил. Тебя убивали постоянно. Да нет, на самом деле нет. А, так, нам сюда. Филлер заметил, что ты так и бегаешь там же. Да, но локацию... Это не мой укол. Локаций здесь не так много, на самом деле. Всего 3 локации в игре. Да. Местности. Причем первую мы уже прошли. Нет, не 3. Ну как не 3? Пустыня и шелтер. Ну, в шелтере еще есть Шамбала. Ну, да. Ну, шелтер, он большой. Так, нам бы... Как ты относишься к тому? Эдвин отмазывается в адвокации. Да. Третью часть будем ли мы проходить? Если вы очень попросите, то будем. Да? Нет. Ты будешь проходить. Не будем проходить. Почему? Просто ты меня сбил с вопроса. А. Как я отношусь? К тому, что... Ребята, мы не сможем сыграть. Я вот... Очень тяжело мне идет это все. Опять же, из-за недостатка времени. Надо было патронов купить. Да. Мы вернемся к вопросу. Использование иностранных слов в русской речи. Вот мы все время говорим «шелтер», «шелтер», а ведь мы могли бы говорить «убежище». И еще много всяких таких моментов. Например, «челлендж». Угу. Например, я говорю там «заблерить». Ну, когда? Как бы ты перевела «перекинез»? Пирокинез. Нет, так не пойдет. Ты хочешь, чтобы я все слова... Да. Метаболизм так и есть метаболизм. Ну, это заимствованное слово. Да. Кстати, развивать ли мне вот, его? Вот, все стран, говорит филлер. Ну, вот как первый тебе... пробег. Что еще? Да много чего. Ты думаешь, не стоит? Ачивка. Ачивмент. Ну, ачивка достижения, это да. Без проблем. А вот что-то более такое? Ну, нет, просто я помню, что мне на работе сделали замечание, что я делаю слишком много. Ну, как замечание, просто удивились, что я говорю слишком много английских слов, оказывается. И люди не понимают меня. В японском языке очень много слов английских используется, ничего пишут, кредибой. Да. Кстати, я вспомнил, когда читаешь Толстого, допустим. У него там часто французские слова проскакивают. Ну, тогда же французский все учили. Ну, да. И я думаю, что это вполне... Ну, всегда такое было, всегда такое будет. Заимствование? Да. Смотря от какого языка? Ну, да. Да. Жаль, что сегодня с нами нет Светы. Она бы могла подтвердить про японский язык. Фубро говорит, что с нами неинтересно. Она продолжает оставаться с нами, что приятно. Надеюсь, он не так же кричит, как эта женщина, смотря на наш стрим. Он к тому, что мы отказываемся играть в Супер Марио, я понял. Вот оно что. Ну, ты можешь сам попробовать это сделать. Я учу одну композицию. Если я выучу, я выложу ее к себе на YouTube. Круто.
А в прямом эфире сыграть не хочешь? Нет. Хочешь попить? Я помню, как я записывал вот грядибой учит японский, подтверждают. Уже год кукуч. Молодец. Эх, что же нету света. Я даже чуть-чуть завидую. Так. А ты для себя учишь или в институте учишь? На переводчика. Да. Хороший вопрос. Мы уже знаем, что это да, все ничем хорошим никогда не кончается. Какой веселый кадр. Это снова номер 9? Да, но он как-то по-другому выглядит. Он какой-то зеленый. Для себя и в планах когда-нибудь уехать в японский. Ну ты парень, тебе хорошо. Ну, в смысле, парням в Японии легче. Женщин там. Сказал, что это неправда. Что? Нет. Лео говорит, я пропустил кровь и мясо. Только кровь, мяса не было. Ну, вообще здорово. Мы бы просто хотели в Японию съездить для себя. Я бы, кстати, наверное, не стал бы там жить. Там. Ну да. Там слишком трудоголичные люди. Ну, вообще, я думаю, там слишком ритм жизни. Ну да. Тяжелый для нас. Ух ты, он меня попал. Этого не должно было случиться. То ли дело Европа. Вот он размеренный. Ну, смотря где. В Испании, наверное, очень размеренный. У них там вся эта... Сиеста. В Испании очень жарко. Вот здесь, кстати, говоря о геймдизайне, говорят, очень есть подсказки хорошие. Надо смотреть на вот это лучи солнца. И в зависимости от того, где он относительно их, можно понять, попадет он к тебе или нет. Лео предлагает нам сделать себе отдых. Сейчас или поехать в Японию и сделать себе отдых? И как можно понять относительно лучей солнца? Я не помню. Но, видимо, если он дальше их, то значит попадет. Может, наоборот? Ну, в смысле, если он перешел уже луч солнца. Если он между тобой и лучом солнца. То есть обычно глазомер в этих случаях не работает, да? Ну, как у тебя глазомер в таком случае сработает, например? Вот в таком, допустим. Ну, Европа, Европе рознь, наверное. Ух ты, он по мне попал опять. Я что-то не заметила, что у нас законодательство под ЕС подгоняют, скорее наоборот. Скорее под Китай. Северную Корею. Ладно, мы не будем о политике, потому да. что... давайте не будем о политике. Это одна из тех тем... Думаю, в прошлый раз затронули тему, которую, оказывается, нельзя было затрагивать. А, Фулбро из Украины, поэтому... Ой, я не знал, что он так делает. Прям как Немезис. Поэтому, что у них и подгоняют. А у нас-то. Он такой радостный. Угу. Удивительно, как он по тебе не попал. Очень мало, на самом деле, по нему отнимают. Он как будто шутку какую-то вспоминает. Ножом его. У меня нет ножа. А если был бы то? Нет. Его нож длиннее моего. Но все время кажется, что он по тебе попадет. Солнечный зайчик меня выручает. Драка на ножах. А шокером его, не?
Я думаю, мало будет эффекта. Он сказал «щи». Почти. 51 надежда, что ему немного осталось. Ну ты же можешь полечиться? Нет. Почему? Чем? Маны. Все. Круто. Он что-то говорит, но смеется. Да. Кстати, тема игры. Музыкальная, ты имеешь в виду? Что у нее там за два горба? Да, действительно. Рэкетир, я же говорил, наркота к хорошему не приведет. МП целых 50 дали. Я думаю, полностью восполнят. Надеюсь, хотя бы со здоровьем будет проще. Будем ли мы стримить в среду на СГОД, спрашивает Филлер. Ну, уже не актуально. Ну, вообще у нас была идея постримить вот эти вот фритоплейные игры, две. Мэджика и Назгот. Наверное, была. Была. Была, да. Но если вам интересно, мы можем постримить их. Ознакомительный стрим. Тест-драйв. Что-то мне уже не нравится название тест-драйв. Почему? Надо новый придумать, не знаю. Это в реальном времени сейчас происходит? Не знаю, возможно. Столько раз игру. Кстати, у нас в новостях говорят, что в РФ вводит регистрацию пользователей в интернете. Это правда? Спрашивает Фулбро. Ну, там такая замечательная история была, что однажды нас всех осчастливили новостью о том, чтобы нигде... Ну, короче, Wi-Fi вход только по паспорту. Нет, мы Евы здесь не будем играть вообще. К сожалению. Сейчас мы вернемся ко всем вопросам после заставки. Красивая заставка. Пистолет куда делся? Да. Насчет регистрации не совсем все понятно. Сначала вроде как собирались открытые сети Wi-Fi, ты когда в них не сможешь к ним подключиться без паспорта. Потом вроде как разъяснили, что это только для открытых сетей на почте, например. Ну и в других таких точках доступа. Есть мнение, что это проверяли, ну как народ вообще воспримет такую идею. Потому что вот более подробности пришли гораздо позже. Кстати, если бы у нас в руках дубинка, да, допустим, была бы, она присолилась дубинкой, скорее всего. В смысле, сейчас? Да. Но говорят, что все-таки это только на всяких почтовых. Да, на обычный Wi-Fi это не распространяется. В кафешках, в парках все норм будет, как раньше. Вроде бы, никто не знает. Потому что я читал вот законопроект, он как-то криво там. 13-го уже это вступает в силу. Считая в среду. Еще, по идее, вроде как нужно будет компаниям, если вы работаете где-то в компании, она раздает вам Wi-Fi, они должны записывать имена, пароли, явки, адреса. Да. И хранить 3 месяца. И обновлять там каждый квартал. А если компания это не делает, что будет с компанией? И можно ли настучать на компанию? Потому что я знаю компанию, которая этого делать не будет. Я знаю много компаний, которые это делать не будут. О, у нас полное здоровье, у нас полное все. Здорово, ну мы ж поспали. Да, мы решили с Кайлом отправиться. Где твой этот, напарник? Ну да. Жаль, что я не могу за него играть.
Мы решили отправиться в шелтер на его машине. Или на нашей, на нашей. Кайл нам покажет класс? А он помереть может? Да. Ой. Нет. Что будет, если Кайл помрет? Ну, гейм овер. А. Очевидно. Ох. Мы ведь после босса не сохранялись. Да, все плохо. Да. А что про нас год? Нас спрашивают, что там про скидки. Ну тогда играть будем по что на скидках? А, на скидках да, да, да. Извиняюсь, мы пропустили этот вопрос. Если эта игра у нас будет в наличии, то мы в нее да. поиграем. А ну мы, нет? собственно, так и делаем. Мы так два раза всего делали. Да, специально мы, к сожалению, не покупаем пока игры. Черт. Рекетер спрашивает, что такое капа. Капа? Это смайлик на Твиче. По-моему, это один из бывших сотрудников. Может, он про боксерскую капу спрашивает? Может быть. Тогда ответь ты. Боксерская капа — это боксерская капа, которую в рот вставляют боксерам, чтобы у них зубы не выбили. Наверное, да? Ты не в теме? Это от него... Что у нас опять со здоровьем? Все плохо, ты не хочешь от него убежать? Нет. Почему? Про Мне первое. Кажется. Про первое. Раньше это был сотрудник, можно найти его фотографию. Довольно лучший парень, судя по всему. Почему он стал настолько мематичным? Ну, решили добавить такой смайл, я думаю, когда они добавляли смайлы. Чем бы не добавить кого-нибудь из себя, как пасхалку или что-нибудь в этом роде. Он стал популярный? Да. Ну, как бы один из символов. Ты хотел бы стать одним из символов? Ну, чтобы... Кстати, там же есть смайлы каких-то знаменитых стримеров. Мы все равно не знаем. Да. В знаменитых узких кругах. В узких стримерских кругах? Ты к сохранению пойдешь, да? Да, да, да. Только я не уверен, что оно здесь будет. На телефон же. А это кто такие? Бывшие кролики. Вроде как. На бывшей машине? Да. Так это машина Кайла или... Нет, это наша машина. Так мы поедем на машине Кайла. А есть ли у него машина? Ну он же не пешком сюда пришел. Может он на автобусе? А может он как Моисей 40 лет в пустыне? У него довольно-таки крутой пистолет. Я даже помогать ему не буду. Правильно, что патроны тратить. Да, и тут много. А он справится. Крутой чувак. Вражеские юниты. Ты они сами побежали? Нет. Ну, он сам, а я. My beautiful car. И она только что его остановила. Неужели мы настолько плохо были? Но он сказал не в тему, а наболевшим. Надо загуглить.
Я вообще боюсь, честно говоря, всяких таких штук. Почему? Наркоманом боишься стать? Нет, просто мне кажется, что человек должен сам со всем справляться. Не, я хочу попринимать. Природное вещество, родственное витаминам группы В. В отличие от витаминов, синтезируется в организме, поэтому его называют витаминоподобным существом. Линия оборвана, и телефон у нас здесь не работает больше. В общем, примем, да? Ты примешь? Нет. Он примет. Эрехитир говорит, что человек должен, что ты прав, и человек должен сам добиваться всего, а не при помощи каких-то лекарств и препаратов. Но ведь мы живем в таком мире, где, блин, куча стрессов. И я сейчас говорю как человек из рекламы. Ой, нет, мужик, нет. А ты сохранился? Нет. Почему? Я же говорю, телефон не работает. Может, пробежим? Нет. Лео говорит, что это не повод химию хавать. Ну, вообще, они еще лечатся. Да, я вижу. На Руси лечили травами. На Руси не было такой экологии и такого всякой хрени, электрического излучения чаще. Но сейчас мы говорим о том, что вот, лекарства, это типа плохо, человек должен сам со всем справляться. Потом наверняка будет, что лекарства это хорошо, а импланты это плохо. Импланты. Люди не поймут. Ну, в любом случае, спасибо Фубро за совет. Да. Почитаем, посмотрим. Кто это здесь лежит? Эти кролики. Сереж советует нам крапивушку хавать, а всякая хворь помогает. Может, еще подорожник приложить? У меня опыта, кстати, довольно-таки много в этом режиме, что не может не радовать. Ну да, здорово. И у нас уже, кстати, почти время стрима заканчивается, нет? А, мы на полчаса раньше начали, соответственно. Ну, соответственно, мы на полчаса раньше и закончим. Ну, у нас еще полчаса. Чуть больше. Чуть больше. Ну, мы же не будем прям впритык заканчивать. Сохранение. Отлично. Селер, ножка болит, лопушок сорвал и на ночь приложил. Замечательно. Сейчас будет сцена в душе? Нет. Еще далеко. Так, здесь мы можем тоже что-то выложить, кстати говоря. Тут ящики не сообщаются. Нет. В отличие от Динокрисиса. Но потом нам привезут их, кстати говоря. Протеин тебе нужен? Хотя бы один выложи, наверное. Нет, протеин это самая крутая вещь в игре, наверное. Ну и тебе оба надо? Все нужны. Еще куча в моей машине. Так, теперь мне надо добраться до Дугласа. Как-нибудь с наименьшими. Ну, через низ опять так же, через водонапорную башню, нет? Можно через водонапорную. Многие путают стероиды, которые действительно химия и очень вредные, с спортдобавками, которые натуральные и безвредные. Да.
Я успею. Бабочка красивая. Ой, нет. Что? Что это? Летучие мыши? Да. Одна осталась. Нет. Селлер спрашивает, что это мы тут такую тему далекую от игры развели? Это по нашему виду ее решили завести. Так что не так уж она и далека от игры. Нам нужны добавки. Ну, вообще, прикольно на стримах то, что можно обсуждать вообще все, что угодно, прям политики и религии. И отношения между полами. Мне сейчас кажется, что будет что-то не очень хорошее. Босс? Ну, типа того. А будет? Да. Причем не один. Так это разве босс? Просто чувачки. Да, вот они какие крутые. Отлично. Что? Мало по ним попало, но здорово. Вот рэкетир предлагает сменить тему. Ну, давайте сменим. Давайте сменим. А, это... Я думаю, что по протеин-то зашло? Это же протеин в игре. Он здесь прибавляет здоровье, кстати говоря. Восстанавливает полностью и прибавляет. Как он любит. Да. Он, наверное, не ждал, что мы вернемся. Что ты хочешь от него? Во-первых, я хочу пополнить... свой словарный запас. И амуницию. И амуницию. Купить ли мне эту штуку? Наверное, да. Какую? Костюм. Жаль, что внешний вид от этого не изменится. Да. Насколько я помню, сейчас мы хотим попросить у него машину. Мне кажется, он уже недоволен. Да. Сейчас собака на нас натравит, судя по всему. Там с машины она поломана, ей надо починить. Да. И заправить. Здоровье, у меня опять все плохо. Использовать, что ли, протеин? Да ты что, используй в битвах. Ну ладно, а сейчас магия? Конечно. Вообще оставляй наконец на финальную битву. На финальную битву я много не возьму. Финальную битву ты много не... А почему? Ну, потому что инвентарь ограничен. Инвентарь ограничен. Ты все-таки решил всю магию... В смысле, ты рекомендуешь прокачивать что-то одно, да? Кстати, не понимаю, что она делает. Именно вот это усиление. Тут написано ария эффект. Здесь, да, вовлечение. Потеря АТП, что такое АТП? Может, больше лечит, нет?
Ну, возможно, но из описания сложно это понять. Да. Окей-доки. Сейчас нам нужно за канистрой. Да, вообще, какие у нас планы? Мы берем канистру, Дуглас чинит машину, мы едем в шелтер. То есть мы сегодня, вполне возможно, добираемся до шелтера? Вряд ли. А если обсудить по плану, то вроде быстро. Надеюсь, Дуглас с ними справится без нас. А что это за выстрелы? Где? Там были тру-ту-ту-ту-ту. Это шаги были. А. Черт. Я думаю, я не успею. Успел. Мана очень мало стало с этим костюмом. Почему? Он здоровье прибавляет. А. Так, здесь у нас опасно? Нет, не очень. Мы здесь первый раз? Да. Нужно будет что-то записывать? Не. Она замечает, что после нью-йоркского инцидента здесь кто-то записывался. Три раза одна и та же личность. И это не может быть совпадение. Ой-ой. Угу. Ты помнишь, что надо вводить? Ну, я, в общем-то, помню. Ну, так веди. Но надо еще узнать, что здесь вводить все-таки. А вот. Нажать решетку и ввести 4 знака. Где-то должна быть заметка. Не факт, что здесь. А потом тотал, да? Да. Ну, в конце. Когда смерть пришла в Томстон, праздник был 30-го и... Там какой-то месяц, наверное. Да, ребят, вы тут политику обсуждаете, это очень хорошая тема. Давайте сменим ее. И мы не будем ее затрагивать. В общем, я даже не знаю. Что ты не знаешь? Откуда этот код брать? Там месяц. Вот. Вот, смотри. Вот, holiday. Он там, наверное, когда... Надо на ту картину посмотреть. И дату его, год его смерти, да? Возраст, по-моему.
Ну, в общем, я, конечно, могу бегать и искать эти картины, я могу просто вести код, я его помню. Давайте я не буду. И какой? 33, по-моему. Как мы относимся к онлайн-играм? Вот есть отвлеченный от политики вопрос. Как ты относишься к онлайн-играм? Смотря к каким играм. Если ММО брать, то ну, это просто супер затратно по времени, поэтому мы... Мы играли месяц в WoW. Бесплатно, да? Да. Ну, ты больше играла раньше. Да. А я не играла. Ты друг другу поворачиваешься. Мне кажется, он где-то застрял. Фулбро спрашивает, как нам ЧПДЛ. Мы как раз вчера смотрели серию, случайно попали на... Да, причем серия, из которой, судя по всему, взята... Половина заставки. Так вот, насчет ММО слишком много времени занимают, и поэтому... Ну, как бы есть они, есть. Если у человека есть время в них играть, то ладно, здорово. Ну, блин, мне было бы скучно, потому что мне кажется, там все однотипно. Мне месяц хватило, чтобы понять суть. И я больше предпочитаю игры, где есть сюжет, ну, проработанный мир. И... Вов было интересно играть, когда ты играешь в большой компании. И вот в основном боссы, там все такое. Начинается. Там их двое или один? Да. У них такая милая тигровая раскраска. Угу. Ну, после работы сюжет, мне кажется. Да нет, не почему? На первом месте. Мне интересно посмотреть на какую-нибудь интересную историю. Проникнуться. Нет, только не сейчас. Желательно, чтобы игра была русифицирована, и ты не тратил кучу времени на перевод. Кто Battle 4 будет стримить, а то она пока бесплатная. Кстати, ты мог бы постримить. Да, она у меня купленная. Только давайте разберемся с другим вопросом. Как вы относитесь к мату? Почему внезапно? Постоянному. Ну, потому что в Battlefield я по-другому не играю. А, да ну. Нет, ты вроде нормально играл. Ну, бывало, конечно, проскакивали эти квики. Ну, потому что там одни читеры и... Да нет. Вот здесь код, я его не знаю вообще. Я не знаю, как его находить. Ну, вот тут какие-то... Да, вот с этих... Рикетир говорит, да ну батлу, одна стрельба, на что там смотреть? Там есть прикольные моменты. Да. Когда ты с ножа зарезаешь зайца, чувака. У меня такие бондовские моменты были прям вообще. Я там куда-то прыгаю на парашюте, убиваю одного, второго, переключаюсь на оружие, убиваю третьего, там с ножа четвертого. Ну, в общем, там есть довольно-таки голливудские моменты. Конечно, они не так часто, как хотелось бы, но все равно хватает. Фулбро спрашивает меня, летаю ли я на авиации в батле. Я люблю вот этот вертолет разведывательный, я забыл, как он называется. Самолеты не очень люблю. Что за маленькое окно? Да. Что-то они зачастили. А они раньше были? А где были? Ну, первое появление, это когда у Дугласа они падают там. У нас с этим жилетом, кстати, теперь и ХП, и МП восполняются. Вроде все равно, наверное, не видно, что я подняла одобрительный палец.
Ну что, мы уже близки? К чему? Я не понимаю, все смотрят из-за этой сцены, что ли? Причем здесь сцена? Тигровые таракашки немного похожи на из РЕ-3. Да, там были такие эти циркачи, я их называла. Они все время так жонглировали. Они все время как-то они там прошли мимо нас. Прожонглировали. Health System к нам присоединился. Привет. Привет. Чтобы одновременно сказать. Я за сегодняшний стрим, наверное, успею пройти босса, и это как раз будет почти конец первого диска. Ну... Или не успею, но показать я его, скорее всего, успею. В этом плане. А что сейчас будет? Сейчас... Отдаешь канистру? Да. У нас... О, черт, я надеюсь, можно будет купить оружие. Филлер сегодня клево поиграл в компанию. Прятался от вертолетов, он взял и сам в скалу врезался. Про пианино подумает, но точно не на стриме. Ой-ой-ой-ой. Это гранатометчик? Нет. Да. Да. Давай, нацель на него. Ох, черт. Ну это прям... Ты давно сохранялся? Да. Ну как давно? Сейчас узнаем. Нет, нет. Что? Ну что же это так, Эден? Они очень жестокие. Нет, что ты... Ты меня бы поругал. Помнишь, как ты руками махал, когда меня видите динозаврик задел? Ты можешь махать руками, я согласен. Но, кстати, на какой сложности ты прошла, мы так и не знаем. На какой сложности? Динокризис. Ну, там был... Но это нормал или хард все-таки? Хард. Я буду считать, что это был хард. На то мы порешили. Но я могу для экономии времени убежать от них. Да. И от этих убегать? Даже не знаю. Ты только канистру сейчас берешь, да? Угу. А это типа их первое появление? Нет. Должно было быть? Нет. Как жарко, да? Так, канистру взяли, теперь мы бежим ее заправлять. Привет, доктор Сатана. Привет, доктор Сатана. Ну что, до полночи стримите сегодня? Нет. Нет. Тогда мы больше, чем неделю будем отдыхать. Очень здесь враги много отнимают. Да. Непросительно много. Доктор Стана спрашивает, как дела? Как у тебя дела? Эту игру можно пройти на пацифиста? Нет. Все равно придется убивать боссов. А какие-нибудь игры можно пройти на пацифиста подобного типа? Говорят, что можно пройти по 102. Ну, ты сравнил. Ну, все-таки довольно-таки жестокая игра.
Да, просто жестокая игра. Ну, мне так показалось. Я буду озвучивать Рэкетира. Только Рэкетира? Почему именно его? Мне понравилось. Так. Мудрое решение. Доктор Сатана спрашивает, что мы такие грустные. Мы не грустные, мы уставшие. Теперь я буду озвучивать доктор Сатана. Была такая сказка про то, как мужик к концу дня становился все злее и злее. Ну, какая-то советская. У меня в каком-то сборнике была. Ну, он в лагере же работал, детском, пионерском. И в начале дня к нему все дети просили, он там конфеты давал. Ну, еще добрый был, а в конце дня злой. Это потому, что его заколдовала фея, и он вынужден был в конце дня остановиться, переворачиваться, спать, как песочные часы. И тогда он... В общем, это напомнило, что мы в конце дня уставшие. Куда вообще можно было не идти? Так, амуниция. Куда можно было не идти? К тем мужикам. Здесь вроде все. Это зарядка для обретения гармонии. Можно, кстати, в грузовик положить все, что. Положи. А тебе на сражении с боссом не понадобится? Ну, там еще есть в другом грузовике, надо бы оттуда взять. Так тебе же, ты же говоришь, что все равно все перевезут. Ну, и в конце игры. Просто. Так, вроде довольно-таки чисто. Нет, это не про Бэтмена. А Бэтмен стоял на голове? Ну, наверное, как летающая мышь спал. У него еще борода была. У Бэтмена? Нет, у того мужика из сказки. Так, как бы мне... Там еще было про девочку, которая была танцовщицей, и нельзя было смотреться в зеркало, она танцевала с закрытыми глазами. И про мальчика какого-то. Не помню, какого мальчика было испытание. Но сказка реальная и прикольная. Что за сказка? Про мужика с бородой, который стоял как песочные часы. Доктор Сатана спрашивает, черепашек уже кто-нибудь смотрел, стоит идти в кино или так посмотреть? Ну, мы не смотрели, но слышали отзывы, что хреновенько. Слабо. Я слышал отзыв, что человек, который ждет от фильма про мутантов-черепах что-то там, не знаю, Кубрика, мягко говоря... Кубрика вообще не стоит читать. О. А вот стражи, да, лучше сходи на стражей. Мне очень понравилось. Даже моим родителям понравилось, которые не любят. Стражи. Фантастику. Я тоже фантастику не очень люблю. Ну, в общем, там каждый найдет что-то свое. Мне, например, очень музыка понравилась. Ну и персонажи. И юмор. Да ладно. Вот именно, что там нет пафоса. И я тоже не очень люблю про супергероев. Всякие такие хрени. Вот комиксы люблю, а фильмы нет. И мне что не нравится, вот всякий Железный Человек, там, вот этим своим пафосом. Тор. Вот. А в «Стражах» там нет такого пафоса. Есть ли у Стэнли Кубрика, кроме «Заводного апельсина», шедевры?
Конечно, есть. Есть «Космическая Одиссея», 2001 год. Есть «Сияние», есть «Лолита», черно-белая. Есть «Доктор Стрэнджлав», или «Как я перестала волноваться и полюбила атомную бомбу». Еще что у него есть? Я пока не хочу юзать лечение. А тебя заставляют? Ну, Лео мне предлагает. Я надеюсь добраться до своей машины и там что-нибудь оттуда. Ну да, мы и говорили про Кубрика, что ночью послышался. Короче, у Кубрика много крутых фильмов. Но они все скучные. Даже «Заводной апельсин» скучный. Я смотрела его примерно так же, как Алекса заставляли смотреть его фильмы. Ой, черт, и они здесь. Да, вот у него очень сильно металлическая оболочка. Нет. На самом деле, просто сегодня фильмы Кубрика, они иначе воспринимаются, чем раньше. Для своего времени они действительно были шедеврами. Говорили мне изучить. Мне просто не повезло. Сейчас попытаюсь. Это не от нас. Нет, «Гражданина Кейна» не смотрели. Почему-то этот фильм у меня сейчас периодически всплывает. С Кейном и Линчем, я думала, ты скажешь, связан. Нет? А где он у тебя всплывает? Ну, где-то я видел периодически о нем недавно. У нас раньше в городе часто устраивался кинолекторий. И показывали в кинотеатре всякие такие старые шедевры кинематографа, классики, за очень дешевую цену билеты. Мы очень часто с подругой ходили. Вот это было круто. Одновременно перезаряжаться. Че он там заряжает себя? Нет. Хилсистом советует всем посмотреть Ларса фон Триера. У него не все фильмы крутые, но отличных много. В Москве ли мы, спрашивают Фулбро? Так точно. Да. И будет ли тут босс, спрашивает доктор Сатана? Да, вот буквально через минут 5. Да? Я не знаю, что мне использовать. Ладно, я сейчас соберу пожитки свои. Я, пожалуй, 2 здесь оставлю, но они мне пригодятся позже. Лео будет вести теперь отчет. Так что скорее покажу босса. Я боюсь, тебя сам Твич сейчас может забанить. Ну, точнее, замьютить. Почему? За слишком частые сообщения. Думаешь, есть такое? Уверен.
Может, его уже? Может быть. Ребят, я сказал буквально, что с меня взятки гладкие. Буквально первая минута прошла. Ой, черт! Вот это было очень неожиданно. Достаточно было 10 сообщений? Черт. Че? Все плохо. Как темно уже стало. Буквально третья минута пошла. Ну, теперь уж больше. Теперь уже за 3 минуты не управишься. А что тебе нужно, до комнаты-то бежать? Да. Почему ты бежишь в противоположную сторону, стесняюсь я спросить? Ну, потому что мне надо сначала сюда. Играли ли мы в Outlast? Нет. Хелсистом говорит, что его на YouTube забанили, походу. Хз за что? Видео не выкладывал, почти не комментил ничего. Тебя подставили, наверное. Не, скомпрометировали. Рэкетир говорит, застримьте после паразитки. Outlast. Ну, да вряд ли мы нет. Такие игры не особо. Особенно я. Особенно енот. Что, он там уснул, что ли? Кто? Второй. Ну, он там вот эту вот штуку делает. Эх, все мимо. Ну вот, невидимый голем, это, конечно. Очень не кстати. Зачем тебе сюда надо было? Во-первых, я хочу взять из машины вещи. Во-вторых, за них награда неплохая. Так, я возьму то, что раньше брал. Как посветлело. Буквально 6 минут прошло. Вы меня своим отчетом сбили. Почему? Ну, я обещал через 5 минут, а меня убили и все. Мне казалось, ты говорил про 3 минуты, нет? Да. Что же случилось с Лео? Я волнуюсь. Привет, Саммерби. 3 минуты, говорю. Филер говорит, посмотри, возможно, можно бан убрать. Ну, во-первых, должна быть причина какая-то. А вот и Лео. А здесь кто-то будет? Да, почему? Здесь невидимый голем, который меня и убил. Вау. Вот штука крутая, против него работает.
прям как чувствовал. Да. Но он мне невидимый был. Отлично. Молодец. 2500 денег дали. Здорово. Цилиндр какой-то. Губная помада. А губная помада зачем? Черт, у меня все полностью. Что-то надо выкидывать. Блин. Ох. Даже не знаю. Рекавери один у меня был где-нибудь? Нет. Ну, уж лучше используем, чем выкинем. Помада вкусная, можно скушать или на хлеб намазать. Мне интересно, на втором этаже тоже кто-нибудь есть? Нет, вроде нет. Так, во-первых, я сохранюсь. Мудрое решение. Кстати, может быть такой момент, что у меня не хватит места для вещей, которые мне выпадут. Ну, наверное, хватит, я кучу всего потрачу. Я еще раз сохранюсь. А сцены в душе не будет? Будет. Наптайм. Наптайм. Нам слово «нап» сегодня попадается. Второй раз уже. Да. Ребята, придумайте что-нибудь неожиданное на следующий стрим, пожалуйста. Можем стримить в шляпах. Хотя это уже не будет неожиданно. Вопрос про синтезатор популярнее вопроса про работу. Да. У нас никто не играет, у нас пыль на нем пылится. Да ты играешь. Голый стрим, я хотел сказать сначала, но потому что это слишком очевидно. В твоем исполнении. Это уже было. Что значит в твоем исполнении было? В смысле, голый стрим наш. Когда? Ты могла бы подыграть. А, да, было, все, вы все пропустили. Все, я просто забыла, честное слово. Мы ничего не закроем своим квадратом в этом замечательном ролике. Вдруг мы самое интересное. Что в 2011 году? Всемоголый стрим. Ну, с натяжкой его можно назвать и динозавром, наверное. Да, ну, с натяжкой его можно и назвать в 2011-м. Да. Да, да, да. Блин, нам сейчас люди поверят, что ты вот
хрень наговорил. Видишь, как мы голому стриму подвели сцену. Нет, мы стримим буквально еще 8 минут. Да, сцена короткая. Разочарование. Ну, очень знаменитая. А что у него во рту? Что за болт? Шланг с топливом. Откуда он вообще появился? Из шелтера, видимо. Доктор Сатана, может, фильм о стрим? Чисто по классике. А такое вообще устраивает? Не знаю. Такое вообще законно? Да, кстати. Фаерстайтер. По-моему, Филлер в прошлый раз употреблял это слово. Он просто фан от Продиджи. Ой-ой. Что нам нужно делать? Нам он нужно смотрел на Твиче. Чувак же мурки стримил. Хелсистом говорит, на КГ можно, на Твиче я бы не рискнул. Ой. Фига, там трещины пошли после того, как ты упал? Да. Она так быстро... Как она так быстро оделась? Угу. Но она, видимо, по топоту еще услышала. Рекс все-таки напоминает, особенно тем, что он большой на балкончике. Помнишь, там было место, где ему надо в открытую пасть было? А Hell System говорит, что он во все тяжкие последнюю серию на Твиче смотрел и стримил кто-то, без рекламы. Фулбро говорит, что мы веселые, но скучные. Как это понимать? Это было, Эден, ты его отравил или да. нет? Да. Кстати, довольно много да. снимает. Нет. Я не знаю анекдотов. Ну, наверное, знаю, но в такой ситуации я не могу их вспомнить. Тут, кстати, в зависимости от того, где ты битву закончишь, ты можешь себе либо осложнить, либо упростить жизнь. Я не помню, конечно, где надо заканчивать. Да это и не важно. Почему? Там, по-моему, одна далеко от сохранения, а да, другая... Да, да, да. Короче, но надо... и бежать придется долго. А бежать от него можно? Нет. Черт, у меня нет патронов. Нет, как так? Вообще? Да. Что делать? Ну, попробую электрошокером его добить. Ну, это, конечно, прям вообще... Да, как ты думаешь, сколько ему осталось? Не знаю. Ему не нравится. С чего ты взял? Ну, то он взял и стукнул по мне. Ну, он бы и так стукнул, я думаю. Даже если бы ему и нравилось. Что у меня есть? Из лечилок ничего нет. Блин. О, черт, у меня же есть патроны. Ух ты, я его добил. Ура! Я, конечно, заглупил немного, но... Ты молодец. Я надеюсь, что добил.
Потому что... Нет. Черт. Ну, все, все, давай. Не расстраивайся. Ну, на этом мы будем заканчивать наш стрим, да? Да. Не будем мы его проходить сегодня. Нет, у него, ну, максимум две формы вот с покорёженным лицом. То есть это только начало второй формы? Ну, там недолго, на самом деле, мне кажется. Вообще, вроде советуют магию на увеличение урона в этом месте использовать. Я помню, да, ты мне так и говорил, мы так и проходили, точно. Ну, в следующий раз мы с этого как раз начнем. Там совсем чуть-чуть до второго диска. Приходите, это будет среда, скорее всего, 8 часов. Но в любом случае, завтра, наверное, уже в календаре появится... Что? Расписание. Расписание. Кейт, сделай грустное лицо. 8 утра? Да. Смотря по какому часовому поясу. Так, ну все, всем спасибо. На этой ноте мы заканчиваем. Черт, я опять про ноту, и опять нам скажут про синтезатор. Зачем ты напомнил? Все, всем пока. Спасибо, что смотрели, спасибо, что были. Напишите, зрители с Ютуба, как вам наши голоса теперь. Достаточно ли громко? Да. Все, всем пока.